Лена Миро часто язвительно высказывается о знаменитостях. Сегодня блогерша написала пост о Лолите Милявской. Без смеха я на нее не могу смотреть и уж тем более слушать. То в костюм жабы нарядится, то в рамку для чемоданов влезет, написала Миро. При этом Лена неожиданно похвалила певицу. Она отметила, что та стала мудрее рассуждать о любви. Кто-то скажет, что в 58 поздновато, а я скажу, лучше поздно, чем никогда. Любовь — это про покой, про поддержку, рада за Лолиту. Если есть понимание, то будет и решение, высказалась Миро.